Здорово, криптобратуня! Ты находишься на канале CryptoNancy Live. И сегодня у нас будет интересный проект, который называется Sparrow. Итак, этот проект – это международная платформа для торговли опционами. Что самое интересное, что они внедрили для торговли опционами такую технологию, как блокчейн и криптовалюты. Во-первых, потому что они сами криптоэнтузиасты. Они хотят, чтобы люди принимали криптовалюты, чтобы возможно было оплачивать различные услуги криптовалютами. И, соответственно, поэтому они ввели, что их SP-доллары можно купить за любые криптовалюты. Эфириум, биткоин, лайткоин и многие другие криптовалюты. И список, конечно же, они будут расширять, чтобы любой человек, который владеет криптоактивами, мог прийти к ним на платформу, приобрести их SP-доллары, а потом уже торговать на данной платформе. Причем она уже запущена. Да, она уже рабочая, там можно уже пройти верификацию, посмотреть все графики и начать торговать. То есть они сделали акцент на простоте для того, чтобы любой новичок, который придет в криптовалюты, либо же в мир опционов, мог прийти на их платформу и без проблем разобраться в их интерфейсе, а также в торговле опционами, чтобы они сделали все интуитивно, понятно и просто. Это сделано также еще и для профессионалов, потому что там есть различные инструменты, которые пригодятся не только новичкам, но а также кто умеет уже большой опыт в этом деле. Sparrow имеет хороший тоже опыт, команда у них и разработчики у них хорошие, они имеют большой опыт работы в данной сфере, а также в сфере криптовалют и в сфере блокчейна. Они популяризируют эту тему, и они дают возможность любому теперь криптоэнтузиасту, а также кто не является криптоэнтузиастом, чтобы они заходили на данную платформу и уже заходили в мир криптовалют. И привыкали к этому миру, потому что за ним уже будущее. Даже банки уже все в панике просто от такого коина, как Libra. Они уже не знают, что делать, потому что они понимают, что все стереотипы уже сломаны. Криптовалютой пользоваться намного удобнее, намного выгоднее, намного дешевле. И самое главное, здесь нет никаких посредников. И поэтому любая компания, которая внедряет криптовалюту для оплаты своих товаров, для того, чтобы их криптовалютная платформа работала, или для того, чтобы их бизнес работал на блокчейне или с использованием криптовалют, это очень современная компания, и ей большой респект. Потому что она идет в ногу со временем и продвигает именно эту технологию, которая специально и создавалась для того, чтобы был мир более справедливым и более удобным. Еще интересно то, что на данной платформе задействован блокчейн эфириума и задействованы смарт-контракты. То есть они взяли самый лучший блокчейн, который есть на данный момент, взяли умные контракты, и теперь любая сделка, соответственно, будет более прозрачной, более надежной, и, конечно же, смарт-контракты упрощают всю эту деятельность, и не будет никакой, во-первых, ошибки, и не будет никакого мошенничества, получается, на данной платформе, потому что смарт-контракт, так скажем, не обмануть. Поэтому, если вас заинтересовал данный продукт и проект, то вы можете уже прямо сейчас зайти на него, зарегистрироваться там, посмотреть все, изучить, также изучить их команду, изучить их все возможности и дальнейшие планы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покедова!